Приветствую вас. Давайте сразу определимся с тем, что ничего исправлять вам не нужно. То есть, вообще-то говоря, то, что с вами происходит, это, с одной стороны, следствие того, что вы устраиваете отношения не совсем те и не совсем на тех основаниях, на которых вы хотите. То есть очевидно, что у вас в отношениях не очень четко прописаны ваши желания. Мне показалось, что вы к отношениям подходите также чересчур серьезно, это не всегда хорошо. Вот. К сожалению, потому что отношения все-таки не всегда не для всех могут быть, не всегда не для всех может быть хорошей идеей выстраивать это серьезно. Говорить об этом с какой-то такой серьезностью. Вот. Это первое, что хочу сказать. Второе, это, мне кажется, у вас есть некая тревожность, некий, может быть, даже страх, что вас бросят, что вы будете, что вы останетесь одна и так далее. Мне так кажется, я, понятное дело, не знаю, наверняка, как обстоят дела, но вот мне кажется, что такой момент может быть здесь. Вот. О чем вы говорите? Да, то есть, что вы пытаетесь сказать? Вы пытаетесь, по сути, по факту, да? Вы пытаетесь сказать о том, что у него больше, чем у меня, да, у меня меньше, чем у него. Он там более выигрышной позиции находится. Я в менее выигрышной позиции нахожусь. Вот. И с вами трудно не согласиться. Вопрос в том, как вас это задевает. То есть какой вы себя ощущаете, какой вы себя чувствуете, вот что, наверное, важно. Вот это то, на что я хочу обратить ваше внимание. Вот то, что я хочу заметить, да, потому что, это один из, наверное, таких принципиальных моментов, как мне кажется. Вот. Дальше. Ревность, она сама по себе говорит о таком, знаете, чувстве собственничества, да, о таком, я бы сказал, предметном восприятии человека, то есть, помимо неуверенности в себе, помимо страха одиночества, да, это еще вот свидетельствует об этом. И это уже ваша такая своего рода философия отношения к себе. То есть это то, как вы относитесь сами к себе, то, как вы относитесь к другому человеку, да? Вот. То есть его опыт вы воспринимаете как такой
негативный довод в вашу сторону, вот. То есть, который по факту подтверждает, скорее всего, то, что вы сами о себе думали, а именно то, что вот, с вами что-то не так, условно говоря. Это очень важный момент, как мне видится, по крайней мере. Вот. И на это, мне кажется, вам нужно обратить свое внимание, в первую очередь. Вот. А дальше уже смотреть, исходя из своих, как бы, ценности, да, то есть, ну, вы, мне кажется, в первую очередь у вас должен быть выбор. То есть, мне кажется, вы должны, ну, вы должны вольны быть выбирать. То есть, вы должны быть вольны выбирать то, что делать. Не менять отношения, не исправлять его, а именно выбирать, как вам относиться к тому или иному, вот. Сейчас у меня есть, к примеру, столько чувств, что, ну, не столь вам важен сам человек, как создание с ним отношений, вот. Понимаете, не столь вам важен человек, как, там, ну, условно говоря, как какая-то, не знаю, перспектива отношений с ним, например, это вот просто как пример, да? Вот. Понимаете, да? То есть, как бы, это вот то, что я прям вижу. И дело же, как бы, в том, на самом деле, как вы к этому относитесь, в тот момент, в том, как вы это воспринимается. Вот. Вот примерно так. То есть, ну, с точки зрения, вот, там, если только во главу угла ставить, условно, семью, вот, то да, наверное, вы правы. Ну, вот, в том смысле, что человек действительно, ну, находится там в более выигрышном положении, чем вы. Это правда. То есть, ну, это верно. Но почему это важно для вас? Вот в чем вопрос. Как мне кажется. То есть, чем это для вас важно? Это вот то, на что вам, как мне думается, надо бы обратить свое внимание, свое самое пристальное внимание, вот, потому что
от этого будет зависеть то, как выстроить отношения с этим мужчиной и с любым другим, если у вас такой, ну, если у вас такой будет. Вот как-то так. На этом все. Желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что вы выберете себе психолога и поработаете, может быть, да, может быть, да, даже вместе со своим молодым человек. Может быть, даже вместе с ним вы выберете, поработать. Вот такой ответ. Пока что я готов вам дать. Всего доброго и удачи.